полное описание и точную дату выхода 19 и 20 серии 2 сезона сериала «Адмиралы района». 19 и 20 серии сериала выйдут в эфир 23 декабря. В новых сериях мы увидим, как Городецкий, Сивоченко и Аверин отправлены в СИЗО. Девятый выясняет, что адмиралов подставил Федоров по заданию Голованова. Аглая проникает в его квартиру и вынуждает его рассказать о заказе Голованова. Федоров отдает информацию о Северцеве. Колесникова находят мертвым после разговора с Городецким. Ивана Котова обнаруживают на Балтийском вокзале, без денег и без телефона. Северцев является к Аглае домой, обвиняя ее в предательстве. Завязывается драка. Аркадий и Евграфов устраивают взрыв на строительной площадке, где Голованов проводит экскурсию для градостроительной комиссии. Щербак и другие члены комиссии погибают, но Голованова спасает Илья. Вскоре после этого Аркадий встречает Голованова у офиса Нортинвеста и рассказывает, что Илья сотрудничает с ФСБ. Тем временем Аверин и Сивоченко работают по связям Голованова. Адмиралы наблюдают, как Лукин встречается с Еремчуком и получает от него наличные, которые решает присвоить. В это время Девятов задерживает Евграфова, обвиняя его в похищении и убийстве Вани Котова. Евграфова помещают в СИЗО в одну камеру с бандитом по кличке Седой, осужденным за убийство дочери Евграфова. Городецкий и Девятов надеются, что Седому удастся разговорить Евграфова, однако их план срабатывает неожиданным образом. Напомним, финальные серии сериала выйдут в эфир 23 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.